Так, вот важнейший вопрос. У нас очень близко грунтовая вода, абрикосы расти не будут. Могу ли я заложить питомник абрикосов в дальнейшей пересадке в другое место? Насколько чувствительны саженцы близко к грунтовой воде? Возможен ли питомник абрикосовых саженцев в наших условиях? Да, возможен, и ничего страшного нет. Но нужно обмануть природу. Когда вы посадите, допустим, осенью кустики, весной взойдет мало, чаще всего. Мало того, что это, во-первых, кустики это еда для всевозможной живности, да? Иногда не поймешь, кто их умудряется раскалывать, кто умудряется дырочку просверлить размером с головку спички, а внутри пусто. Чья это работа? Вот. Много чего интересного в природе. И вот, значит, весенняя посадка. Ну, посадили весной. Взойдут, не взойдут, опять непонятно. А близко грунтовая вода, а в таких случаях все здоровые семена, неважно, семечки, косточки, все это не хочет сходить, потому что не их это место. Обманываем природу. Итак, искусственная осенняя посадка – это естественная сертификация. Весенняя посадка после 2-3 месяцев нахождения, вот как здесь, в погребе, например, или в холодильнике, в сыром песке, при условии, если вы выдержите температурный режим и влажность, это отдельный разговор, вот будет получится вот то, что у меня вот здесь, так? И тогда, неважно, хоть вода полуметре, хоть метре, все это начнет расти. Ну а дальше, как вы собираетесь?